Вот я сейчас нахожусь на замене бензонасоса. Вот такая вот штучка здесь, у меня все разобрано. Вот стоит бензонасос. Уже насмотрелся роликов, где его ломают. Таким образом. Достать его никак невозможно, пока не будет специального инструмента, который входит вот в этот пасик и вот в этот вот, два пасика еще. Вот когда у меня появится этот инструмент, который сейчас буду делать специально для этого бензонасоса, прямо на месте, вот тогда будут результаты. Ну а так, как бы, советую без этого инструмента, наверное, никому не лезть туда. Ребята, которые в прошлом пытались это сделать по видео в ютубе, сломали внутреннее кольцо. И это ни к чему хорошему не привело. Все остальное расскажу попозже. Всем удачи, до новых встреч на драйве. Короче, вот это вот такая часть, вторая. Насос получилось открутить благодаря вот такой вот штуке. Вот ребята сделали такую штуку, которая типа как оригинальный ключ. Вставляются вот эти вот фиксаторы и аккуратненько все открутили. Теперь проблема с тем, как вытащить его оттуда. Так, если я согну, чуть-чуть согну. Есть. Спустя 5 часов насос в руках. Это чистая победа. Так, ладно. Теперь дальше надо его снять. О, льется бензин. Ничего страшного. Льется там. Мои руки будут в ютубе. Да. Зато это будет правильная замена насоса, а не такая, как там хрен знает что. И без поломок всяких колец и все подряд. Здесь даже этот шланг, блин, снять. Ну, пластиковая. Проблема. Пластиковая надо греть. Греть надо, да? Ну да, феном погреть и тогда. Сойдет она? Хотя, может, и не надо. Сейчас так нас. А, мне все равно на другой насос надо насаживать, так что. Да. А тот насос, который я купил, вот такой вот. Он почему-то очень сильно кардинально отличается от этого насоса. Вот такой вот формы. Он вытаскивается вообще сразу вот вверх, вместе с этим вытаскивается, я так понимаю. Но тоже утверждаешь, это S2.4. С машины S2.4 мотором, короче. С такой же самой Audi A6. Посмотрим. Дальше я буду греть феном. Короче, вторая часть. Вторая часть, которая появляется через 2 часа после первой, которую я снимал. А так, в общем, уже 5 часов мы снимаем этот насос отсюда. Как бы так. Всем удачи. Купил я бензонасос от 2.4, но не кватро. Он совершенно другой, чем 2.4 кватро. Вот это 2.4 не кватро. Это 2.4 кватро. Придется его возвращать обратно, так как он абсолютно не подходит под мою машину. Ни креплению, ничем. Вот такая вот лажа. Моторчик тоже переставить невозможно. Поэтому машинка зависает в сервисе. И будет готова только в понедельник. Ну, бензонасос будет готов только в понедельник. В сервис я уеду сегодня, но на газу. Желаю удачи, до новых встреч.